Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга Rusty Lake White Door. Мы продолжаем играть. Я продолжаю хрипеть. Простыло немножко. Давайте мы войдем. Мы остановились с вами на разгадывании в дне пятом. Итак, давай-ка я вспомню, что у нас тут было. Так, your, значок окошечко. Там нас посадили в эту самую... Пахнет вкусно. Но мы разлили штуку, поэтому нефиг тебе тут нюхать вкусно пахнущее. У нас по-прежнему прокинутый стаканчик. Вот это вот тут вылилось. Да, как интересно. Слушай, я не думала, что вообще что-то новое скажет. Вкусно пахнет. Какой-то кисель стоял в стакане, мы его разлили. Это была прошлая серия. Так, что тут надо делать? Ага, их можно лопнуть, наверное, да? А, ну и очевидно, вот же дорожка у нас тут. Кисельные реки, молочные берега, вернее, наоборот. Ладно. Вот как идет дорожка. Окей. Дарк. А, все, начинается. Начинаются значки. Мы берем с вами листочек. Секундочку. Я как обычно. Да. Играешь в Rusty Lake, держи при себе бумажку, карандаш или что-то, что тебе поможет. Так, значит, Dark у нас значочек вот такой идет. Окей, это может быть только одним. Это может быть только паролью сюда. Так? Dark, говорите, да? Наверное, быстрее в эту сторону будет. Это быстрее в эту. Дар. Ах, вот это вот, конечно, неудобно, это кручение, это... Так, ладно, Dark. Ой, там уже была, да, Dark? Так, что у нас тут? Ум. Так, нижняя колонка это. Это надо собрать вот эти штуки, да? А, это она едет, а это она проезжает. Все, нам она не нужна. Нам нужно вот, очевидно, вот это первое. Это что? Это она. Так, остановили. Нижняя колонка – это вот это. Остановили. Верхняя – это вот это, да? Ой. Чуть не уехала. Так, окошечко закрылось, но у нас-то еще не открыто. А, все, уже не работает. Что теперь? Значок. Так, смотрим значок. Переписываем значок. Переписываем значок. Я еще и слово записала. Так, и что теперь? Нам надо ее проиграть. А, они двигаются. А как мне понять? Аце, маце, даце, фейс, фейс. Так, это, ага. Так, your, а, your dark face. Очень интересно. Так, и фейс у нас имеет вот этот значочек, да? А еще какие-то тут буквы есть? Или как? Не, больше никаких нету, да? Ну, я буду докапываться, друзья, потому что, как обычно, в этих Rusty Lake'ах у них куча всего скрытого. Кстати, надо еще посмотреть.
Я еще не смотрела. Там, по-моему, можно было достижение или что-то посмотреть. Так, Фейс, говорят, да? Фейс. Your Dark Face. Здесь было Your, было Dark Face. Твое темное лицо. А, ну, очевидно, имеется в виду моя темная сторона души, да? Подожди, а вот что сейчас он скажет? Тут была музыка, он скажет, что здесь у вас красивая музыка. А ну-ка. Привет, мистер Хилл. А, ты уже по-другому говоришь? Смотри, как он стал по-другому относиться. Хорошо, нет. Надо его проверять. Он ставит эксперименты над нами, а мы будем ставить над ними. Так, Е нам наверх. О. Ага. Очевидно, нам надо попасть сюда. Ну-ка, подожди. А сейчас что скажешь? Время вечеринки. Ха-ха, как забавно. Да, время вечеринки. Заходи. Нет, не заходи. У меня единоличная вечеринка. Спать я не хочу. Получается. Да, смотри, можно до сих пор рассматривать Dark Face, время вечеринки, Your, да? Я зарисовала тоже это окошко, правда, неправильно. Ну, окошко я нарисовала. Так, что еще скажешь? Не-не-не-не. Так, ладно, давай покрутим шар. Очевидно, будет только 4 положения. Ага, это оно. Подожди, мы его проезжаем. В других положениях нет ли у нас тут чего-то такого интересного? Нет, нету. Значит, есть только И есть только миг между прошлым и будущим. А вот оно. Так, что сейчас он скажет? Смотри, мы на него сделали свет. Сейчас он будет кричать. Мне режет глаза. Смотри, он там подпрыгивает. Он танцует, что ли? Ладно. Так, я вижу, что у нас картиночка. Хорошо. Что у нас тут? Ситчик. А, ну это складывать. А, это, очевидно, это картинка, где Лора была наша под луной. Вон, смотри, это явно сюда, да, в этот угол, кусок. Ага. Так, Soul. Soul. И значочек, крестик такой. Хорошо, ветеринка закончилась. Что скажешь сейчас? Юб. Он ушел, но после него осталось кьюб. Так, смотри, мы что набираем, соул или кьюб? Давай попробуем кьюб набрать. С. О, это в другую сторону. Что я сейчас набрала? А! А там стоит рожа. Я сейчас кьюб набрала, да?
А взять я его могу? Нет, я его не могу взять. А как я так... Оно как-то само набралось. Понимаешь, в чем дело? А, ну может быть как-то оно... Видишь, оно не показывает букву, но уже показывает. Так, что с этим кубом делать? Он не берется. И он черный только когда попадает на душу. Очень интересно. Но здесь как бы и нету такого, что можно взять. Господи! Как я испугалась. Как я испугалась. Мы, правда, какую-то ачивку получили. Прошу прощения. Так, Soul. А если еще раз? А все. Ага. Теперь вращай, не вращай, все, куб не будет работать. Так, здесь у нас что-то изменилось при этом. Нет, все так и есть. Ладно, давай наберем Soul. Музыка такая, ух, соул, ну, конечно, таблеточка. Я должна ее есть. Она не естся. О! Ой, давай мы ее обратно закроем. Вот она, душа. Вот она, не ешьте таблеток. Привет. Выпустите меня отсюда. Ко мне тут раздвоение личности пришло. Лара. Ее я тоже никак не могу забрать. Меня всегда интересовало, почему у Лары отсутствует нижняя губа напрочь. Ну, такой стиль. Забавно, конечно, сделано. Так, ладно, пошли знакомиться. Yes. Yes, face. А, вот, и все значочки. Так, смотри. Your dark face. Face это было вот это, да? Your это было. Dark это у нас вот это. Sual это было вот это. Мы вместе подняли руку. То есть мы должны слиться, да? У него рука явно больше. А, я могу шевелить пальцами. Ой, ну тогда все. А то у меня была надежда, что мы не сольемся. Ну, мы сольемся. Не особо, конечно, хочется это сделать, но выбора нам не оставляет. Свобода выбора — это иллюзия. Да, все. Черт. А! Ну да. Чего я хотела? От чего я ожидала? И?
А, ну ясно. Короче, надо лечь спать, очевидно, да? Здесь все. Короче, создали мы себе. А ну, держитесь, доктора. Пациент готов. Потерянная душа. Да, потерянная душа, потерянная. The bullet went straight through my head. Пуля прошла на вылет прямо через мою голову. Тут тоже надо что-то такое. But then I saw. Но затем я увидел все свои воспоминания, проплывающие мимо. Люди, remember, запомни, донут. Это машина тоже поехала, телевизор, чашка, сок. Что еще? Куда еще надо тыкать? Клуб потерянных душ. А что полиция стала? Вышибала посмотрел на меня. Так, эту даму мы помним, она была в наших снах. Забавно, да, такая-то? Предсмертная агония. Вышибала. Его глаза расширились. Кто ты такой? I don't remember. Я не помню. Very good. Come. Очень хорошо. Проходи. The doors opened. Двери открылись. Слушай, глаза расширились. А, может быть, я его дернула за усы, у него расширились. Я хотела сказать, Тарас Бульба. Так, двери открылись, пойдем. It was hard to Шарик. Find familiar faces. Было трудно найти знакомые лица. Шарик. Ну как, вот эту мы видели тетку. Коктейльчик знакомый. О, лошадь. Лошадь мы тоже видели в наших снах. И вот эту тетку Зайца. А вот полицейский... Это помните, за нами сейчас ехала полицейская машина, наблюдает? Этого я не помню, дядьку. О, оленя, оленя помню. Вот, и эту леди озера я помню. Оленя я помню. А, олень тоже, смотри, свалил. Это был диктор в телевидении. О, колонка. Вот этого помню, диктора. I looked at the DJ. О, опять полицейский. Слушай, он за нами наблюдает. Так, диджей — это явно мистер Сова, да? Заяц, отойди, отойди, заяц. Вот этот тоже какой-то новый мужик. Диджей, сейчас посмотрим. Смотрите, все и колонки такие же мы видели. А как я могу? Смотри, за мной наблюдал полицейский. Ладно, пошли, давай посмотрим на диджея. Он взял запись. Пончик у него тут же, все вообще. Ой, только не говорите, что это будет это песня этих вандербумов. Он поставил иглу. Иглу поставил, звучит, конечно. And it spinned. И винил закрутился. Ну, я вот должен... A guy walked up to me. Ко мне подошел какой-то парень. Это Дейл. Hey, man. Эй, чувак. Enjoying the night? Наслаждаешься вечером? What do you have on your face? Что у тебя с лицом? Can almost look through you. Я вижу тебя практически насквозь. What did he mean? I touched my Что face. Он имел в виду? Я прикоснулся к своему лицу. Дырочка у тебя в правом боку, в левом. I moved my finger Я to коснулся the hole. Пальцем дыры. Что я наделал? Залез пальцем в мозг. I felt again. Я почувствовал вновь. Чего? Еще раз? And again. И вновь. That guy. Он. I remember him. Я его помню. I've met him before. Я его уже видел. Lift your arms, please. А руки вверх, пожалуйста. Так это вот когда его взяли. I was waiting for my interrogation. Я ждал своего допроса. Это в полицейской, это самое. Да, то, что Дейл видел. Это, господи, как Someone называлось? Дело номер 23. Кто-то открыл жалюзи, ну да. He looked at me, and Он then he closed посмотрел the на меня again. И снова закрыл жалюзи. Да-да, это такая The officer turned to me. Офицер повернулся ко мне. А ключи? He frowned.
нахмурил брови. What did you do? Что ты сделал с этой бедной женщиной? Мы ничего не делали с ней. A light flickered. Свет замигал. Да, да, это уже черная душа вырывается. He looked surprised. Он выглядел удивленным. Это брови наверх, да? What is wrong with you? Что с тобой не так? A darkness came over. На меня напала тьма. Мужик, беги. Беги, мужик, мы-то все знаем, чем это закончилось. Полицейский. He was still looking. Он еще смотрел. Получено достижение Dream 5. I need your memory. Мне нужны твои воспоминания. I touched the glass. Я прикоснулся к стеклу. Да, мы там выломали стекло. And then I realized, и я осознал, I lost it all. Что потерял все. I was losing my mind. Что сходил с ума. My soul was changing. Моя душа преображалась. Да, преображалась. Все, полицейского уже нету. Нету зайки, нету оленя, нету коня. А нет, вот зайка. И конь тут. But suddenly, но внезапно. A glimpse of recognition. Всплеск узнавания. There she was. Это была она. Лаура. Ну а как мы теперь к ней с темной душой подойдем? She opened her eyes. Она открыла глаза. Her head turned upside down. Ее голова перевернулась. Ой, а может не надо перевернулась. Everything was changing. Цветы зашевелились. Сказал, everything is changed. Все изменилось. Я понимаю, что надо цветы пощелкать, но может еще что-нибудь? The moths flew into her eyes. Мотыльки летели в ее глаза. Я бы хотела, чтобы мы вернулись к самому началу. And she went up in the air, leaving me again. И она покинула меня, улетая в небеса. А я не могу ее оттуда наоборот стащить. Эх, Лаура. Давай. День шестой. Блин, а нам так мало оставалось, чтобы выйти. Но все дело в том, что ночью нашего пациента мучают. Ну, сейчас подождите, сейчас вы его помучаете. Сейчас он вам покажет. Уфу. Кровавая Мэри. Все, мы уже не те. Хотели извлекать воспоминания? Вот вам воспоминания. С цветочком. Так вот, вот эти вот циферки, они, ну, где-то как бы мы раскрыли уже этот самый шкаф, но мне интересно, могли ли мы раскрыть его до того, как нам в компьютере подсказали эти разгадки. Еще меня подкупает идея позвонить по этому номеру. Но я боюсь, что это будет развод, и я заплачу там какие-нибудь бешеные деньги. 003. 12. Надо мне посмотреть, что это за код, какой страны. 0037 это Латвия, а вот 003
Германия плюс 49. Плюс 31. Ну, я не знаю. Можно было набрать, но я говорю, я боюсь, что мне потом придет счет. Хотя, ну, не должны быть наши эти разработчики игры такие подлые. Так, смотри, у нас тут есть что-то новое. У нас есть монетка. Dead the... А! The past is never dead. Сейчас, подожди-ка. И монетку эту давай-ка мы нарисуем. Там тоже знак у нас стоит на монетке. Хорошо. Так, а что у нас еще новенькое? Здесь у нас все то же самое, да? Мне кажется, он тут стал какой-то совсем серенький. Ну, в смысле, были мы уже такие у него подтеки под глазами? Или я просто не помню? Так, тут у нас что-то... Ага. 13 августа 72-го. Я, Роберт Хилл, выражаю согласие на то, чтобы меня поместили в учреждение ментального здоровья... Белая дверь. 13 августа. Не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Дело в том, что это, конечно, уже дела прошедшие у нас сегодня. Какое? Вот, мы и начали. Мы поместились типа 13-го. И вот все эти дни тут с вами прожили. Сегодня последний день. Завтра мы должны выйти. Нам надо продержаться как-то. А нужно ли нам продержаться? Нет, пока мы не готовы. Так, а что вот эта новая какая-то коробка? Вот, смотри, опять значок. Опять значок. Наверх. Там у нас было как? Так, так, так у нас было. А, да, друзья, я играю музыку. Что я хотела посмотреть? У нас тут есть уровни. А, нам осталось совсем немножко, да? У нас есть достижения. Тя-тя-тя-тя-тя. Да, мы профукали. Так, помощи нет, а уровни... А, смотри-ка, вторник. Это... А, смотри, это этот самый уровень в больнице и уровень сна, я так понимаю? Ага, здесь мы какую-то звезду нашли. Наверное, можно переиграть. Прощение, 17-го у нас все найдено. Субботу у нас все найдено. А можно любой пройти? Не, заново нельзя любой пройти. Заново можно начать только тот, на котором находишься. Ну ладно, в конце концов, все достижения не собрали. Я думаю, что соберем, потому как, ну, это нужно, чтобы получить какую-то новую задачку. Так, смотри, мы можем вводить здесь знаки. Значит, что у нас есть? Вот только в каком порядке? Мы в прошлый раз их практически имели. Короче, здесь мы нашли. Это, наверное, самый последний. И это значок вот такой. Потом шел значок с колонки. Отдых после 20, ну, здесь понятно. Так, ладно, давай, наверное, делать по расписанию, а может, и не будем делать по расписанию. Мы состояние сломленное, почему мы должны делать? Пока мы не сделали что-то по расписанию, то время у нас стоит. Ночь? Как ночь? То есть все, у нас теперь дня не будет, мы... Черная душа, соул. Ага, вот еще один значок. Он тоже сюда перекочевал. Только в каком порядке? Возможно, что он будет третий, да? Если здесь у нас был первый. Ну, типа справа налево, слева направо.
Давай попробуем подберем. Гигиена. Интересно, как наш призрак будет чистить зубы. Все, мы больше не можем ничего крутить. Здесь не добавилось никаких знаков. Нет. Не время для... Я не хочу есть этот заплесневший пончик. Фу, да посмотри, что на нем. На нем уже мухи завелись. А, нет, подожди, как там было? А, так. А, нет, там было вверх-вниз, сюда-сюда, сюда-сюда. Не-не-не, больше не могу. Я больше не могу взламывать. А, ну и вот здесь еще знак остался. А он действенный еще или нет? А на горшке знак еще действенный или нет? Знаков больше, чем мне нужно. Ладно, пошли сюда. О! Подожди, а призраки писают? Да, как видите. Да, починили, гады. Так, это я? Ой. Да, нам... У нас нету тут никакой... зубной пасты. Странно, подожди. Вот так надо, наверное, да? А! Как же обычно, у меня двигается только одна рука. Помогите! О-о. Считаешь, что мы умылись? Давай посмотрим. Мы умылись? Бог его знает. Может, мы просто очень голодны? А можно не есть? Это явно какой-то... Будем надеяться, что это томатный сок. Ой, фу. Фу, какое все мерзкое. Не, меня, наверное, не отпустят, да, пока я не позавтракаю, типа... То отравленные донутся, то теперь они высиженные мухами. Да, гигиена нам засчиталась. Пошли это. Выплюнем все, что можно. Нет, это тоже знак. Это тоже знак. Я более чем уверена, что это все знаки. Только возможно, что они не сюда. А главное, в каком они порядке, понимаешь? Ну вот мы, как говорится, все и перебрали. Значит, однозначно не такое. Так, что у нас там было в 11 часов? Осмотр. Сейчас я тебе все отвечу. Сейчас я тебе отвечу. Луна.
Все-таки зачем здесь колонка? Не, нельзя. Даже будучи призраком, мы придерживаемся распорядка и дисциплины. Ну да ладно. Они уже одели на себя скафандры. Соблюдайте дистанцию, сэр. Что, страшно? Естественно, я наелся такого пончика. Сейчас как надышу. Вы плохо выглядите сегодня. А у меня состояние сегодня какое? Сломленное. Ну. Вы можете продолжить последовательность. Опять IQ-тесты. Год. Так, значит, квадратик, не квадратик, квадратик. Вообще ничего. А здесь мы как должны? А, сюда мы должны что-то поставить. А образец для этой последовательности у меня есть? Понятия не имею. Ну, давай скажем так и так. Скажем так и так. А. Завершите, пожалуйста. Ой, жалюсь-то, завершите. Так, ну это она крутится, да? Теперь должно быть с этим внизу. А, ну все понятно. Я думала, что мне вот из этой вычислить в этой последовательности алгоритм и ввести его сюда на примере. А это нет, нам просто даются штуки, из которых мы можем выбрать. И, очевидно, вот это, да. Нет? Да. Угу. Так, так. Здесь у нас что? Двигается вот эта полоска и меняет угол это. Значит, следующая должна быть в этом углу и вот это. И дальше полоска уходит, и этот угол. Так. Следующее. Угу. Так, это волна. Волна с этим. И палка с этой стороны есть. А, такой нету. Шарик, волна сюда. Вот думал, что волна сюда и палочка, где шарик, вот здесь. А, нет, шарик наверху, вот это. Нет? С двух сторон? Нет, это нелогично. Так, ага, хорошо, значит, здесь что-то другое имеется в виду. Ну, предположим, это мы превратились и превращаемся все больше и больше, да? И... превратились в такую S, а потом, предположим, шарик улетел, нет? Нет, здесь шарик на одном месте. Так, и так. Да. Еще одно. Да ты достал. Тебя там не вспотело-то или... или не вспотел? Так, пустой. Поддобавляется полоска. Thank you.
Ну, развитие вылезающей полоски за края я здесь не вижу. Добавляется еще одна полоска, предположим, да. И добавляется такая, вот. Ну, а ты достал. Так, уголок. Уголок поворачивается, добавляется полоска. Следующее — это уголок. А здесь нету такого уголка. А нет, вот есть уголок, и добавляется полоска, так? Так. И вот это лишнее. Вот это... Подожди, вот угол. Угол перевернулся, но добавилась полоска, так? Потом угол должен еще перевернуться, быть здесь, и быть вторая полоска. Нет, полоска не добавляется, она просто спускается. Вот она. И третий вот этот. Угу. Что бы вы хотели на ужин? Мясо, яйцо. Ну, конечно же, яйцо. Конечно же, яйцо. Сейчас мы вылупим оттуда какого-нибудь динозавра и улетим отсюда, да? Спасибо, мистер Хилл. Иди уже отсюда. Пожалуйста, придерживайтесь распорядка. Печально. А что у меня сейчас по распорядку? Я все забыла. Упражнение на компьютере. Я уже даже боюсь подходить к этому компьютеру. Слушай, а что за... Аж зачем мне вот эта вот штука-то? Да, не важно, что мы поели. Ладно, давай. Как обычно, я не хочу, но всем плевать. Опять тест на сообразительность. Так, центр. И... Чего? Есть, блин, у нас тесты. Еще один. Куда он убежал? А, показывают, где он, да? Хорошо. Коробочка у нас тут, смотри, что в коробочке. Что ты тут делаешь? Может, тебя закрыть? Сиди там. Все, сиди там, никуда ты оттуда не выйдешь. Я тебя закрыл. Ай, как же мы повязаны нашими... Очень интересно. Так, где он теперь? Ага, цветочек. Так вот, зачем колонка была нужна. Наверняка он потом там вылезет. Так. Ты тут, да? Как тебя... Ага. Два... Три, четыре и пять. Мяу, пинка тебе. Там больше ничего не вылезет. Ладно. Угу, тут.
Вот где ты. О, Господи, Боже мой. Бедная Лара. Лаура. Что делать? Он тебе глаза выил. Ладно, пошли посмотрим, куда он делся. Ну да, у колонки. Прям даже догадываюсь, что надо сделать. А теперь уронить на тебя это дело, нет? Это было забавно. Это было забавно. Ладно. Теперь он будет сидеть и чертиком говорить мне: подпиши. Вот что за монетка. Отдай. Отдай. Монетка со значком. Как мне тебя этот отвалить отсюда? И вообще, что с тобой делать? Нет, пока что я ничего не могу сделать с подписью клиента. Я уже отчаялась, решилась подписаться. Но, очевидно, нет. Слушай, а что, как с тобой быть-то? Тут я как-то не прикину, что делать. Как-то... О! Надо было просто его получше потрясти. Но мне его было жалко лучше трясти. Верно, нажмите «Ввод». Чернила, ответил черт. Ну что, подписываем? Теперь-то мы можем. Нет, не можем. Странно. Так, ну что, обычную таблеточку. Яичко. Ага. Привет. Куда он улетел? Коробочку? Нет. Окошко, наверное. Ой, звездочки. То есть мы выключаем звезды. Да, мы можем выключить звезды. Офигеть. То есть пришел мистер Ворон, нагадил. Но это не мистер Ворон, это просто ворона. Просто вороненок. Опа. И опять луна. Опять луна с окошком. Приготовьтесь, друзья, сейчас будет наверняка очень шумно. Они любят делать скримеры на луне, наши разработчики. Так что звук все выключили, смотрим. Да. О, Господи. Нет, это была только достижуха. Как ни странно. И даже без звука. Он показал мне 5, значит ли это что-нибудь? Значит ли это что-нибудь? А все, смотри, все. На Луну меня больше не пускают. Ибо нефиг. Так, что у нас там? У нас отдых. Страшно подумать. И все-таки, как
Тут можно вскрыть, и можно ли вскрыть? Я не знаю последовательности, черт возьми. Ладно, сдается мне, что мы... А, это не отдых, подожди. Я думала, мы сейчас биты будем качать. Опа. Мы играем в Симсов? Привет, да, здрасте. Блин, компот, это я в коробке? Это я в... Да, я вижу эту штуку, Хорошо. А кто куда идет теперь у нас? Хорошо, над туалетом штука вот такая. Над тумбочкой штука вот такая. Я не знаю, как я все это запомню. То есть надо поднимать то, что мне показывают, да? Над кроватью такая. Здесь... Опять сортир. Ты чё спать лёг? Ты-то там чё спать лёг? Он лёг спать, понимаешь ли. А я-то не собирался спать ещё. Я звезды выключала. Я выключала звезды. Что за безобразие? Я тьма. Мне звезды лишние. Что за самоуправство? Вот. Теперь можно и спать. Все, звезды выключены, яйцо съедено. Точно, там больше ничего нету. What the fuck? Ну, я не знаю, что еще тут топтаться. Подписать этот самый, ну давай подпишем. Нет. Не могу я. Не готов я. Так, слушай, подожди. Не-не-не-не. Уйди. А, черт, уже улеглись. Ладно. Ага, спокойной ночи тебе тоже. I woke up in the street. Я проснулся на улице. Вон мистер Ворон наш сидит. На улице? Надо тебе сниться, что ты проснулся на улице. I was looking at the sky. Я смотрел в небо. Облака проплывали над головой. Тоже облако. Shadow came over me. Надо мной нависла тень. Ох, она, я вижу тень, вот она. An old woman was пожилая женщина стояла надо мной, та самая, которую мы дали монетку. Она потыкала меня своей тростью. Памц по башке, все хорош. Несколько раз, бах, бах. Вы должны позвонить кому-то. И бросила монетку. I grabbed it. Я поднял ее. Slowly, медленно I got up. Я встал. There was only one place было только I одно could место, call. Куда я мог позвонить. Вот, друзья, а какое это место, мы с вами узнаем в следующей серии. А на этом эту серию мы с вами закончим. Огромное спасибо всем, кто ее посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.